Сегодня мы с вами будем ремонтировать стартер на бензопилу Патриот. Ну и в принципе любые аналогичные стартера с эргостартом, то есть со вспомогательной пружиной. На данном стартере вспомогательная пружина, вот эта вот толстая, целая, вот, сломана, маленькая вот эта пружинка. Ее там мы сейчас быстренько и подремонтируем. Наша задача здесь сейчас на краю сделать небольшой крючок, чтобы он у нас зашел потом в дальнейшем вот в этот вот паз. Крючок делать, пружины вообще все гнутся только на горячую, поэтому будем сейчас ее греть и загинать. Загинать на холодную пружины нельзя, будут ломаться вместе сгиба. Крючок загинаем наружу от пружины, не внутрь. Нагреваем пружину прямо до красна. Делаем. Такой вот крючок. Вот такой пойдет. Вот, вот такой вот сделали крючок мы. Теперь нам надо ее вкрутить вот в эту вот железную направляющую. Это железная направляющая, многие делают ошибки, ложат ее вот так. Это неправильно. Вот эту стартовую железку мы должны поставить не вот так вот опустить и в нее вмотать пружину, а должны вмотать пружину в нее, а потом вот так перевернуть и опустить. Зацеп у нас направлен в эту сторону. Пружина, соответственно, наша будет зацепляться крючком вот так. Значит, мы ее должны вмотать вот таким вот образом, чтобы у нас она вот так встала. Убираем это все в сторонку и постепенно вматываем внутрь, сюда, в эту железку, пружинку. Она вматывается легко, тут без каких-либо больших усилий. Придерживайте, чтобы она не выскочила с другой стороны вот так вот пальцами. Вот. И теперь немножечко мы поправим вот этот вот край, чтобы у нас появился вот такой вот зацеп. Вот мы чуть-чуть подправили. И наша задача теперь опустить сюда внутрь нашу вот эту с вами конструкцию. Вот. Все. В принципе, стартер уже в полуготовом состоянии. Осталось только вот опустить сам храповик, так как у нас эта пружина целая. Просто опускаем, чтобы вот этот зацеп один или другой с любой стороны попал нам на пружину. Вот. Теперь берем шайбу с винтом и закручиваем. Закрутили. Вы должны закрутить так, чтобы не затянулся храповик. Если он затянулся, значит что-то не так. Вот, он не затянулся, он ходит, все нормально. Теперь задача натянуть стартер. Для этого мы его мотаем в другую сторону, то есть он будет у нас в эту пружину тянуть, а мы как бы натягиваем пружину, видите, в другую сторону наматываем, делаем 3-4 оборота, придерживаем пальцем, вытягиваем сюда канат и плавненько его отпускаем, он сам туда у нас будет заматываться. Вот, видите? Все, наш стартер
в рабочем состоянии. Заходите на наш сайт, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!